Не, это простые СНТ. Итак, прибыли пионерский лагерь Зорница. Вот табличка осталась. Так, сейчас попробуем в нее войти. Так, сейчас вот на самой территории мы лагерь Зорница. Здесь видим какое-то заколоченное здание. Какой-то интересный домик. Так, а вот здесь территория. Так, попробуем сейчас войти в какое-нибудь издание. Если внутрь заглянуть, то особо ничего интересного нет. Какой-то шлак. Заколочено вот так. Так, ну что тут у нас? А там проход-то внутри есть? Нету. Там дверь есть. Дверь, да. Ну, никуда, да? Ой. Да, тут все заколочено. Да. Ничего нету. Что получится? Да, тут походу мы не попадем в этот корпус. Насчет этого куда-нибудь вообще пойдем или попадем с тобой. Вон туда можно вроде там. Попробуем. Если мы распад попьем. Идем дальше. Вот. Тут что-то есть. Да, внутри, конечно, уже хаос полный. Даже заходить не стоит. Да и дверь есть еще. Да, тут, конечно, хаос полный. Сейчас, подожди меня. Вот тут вообще хаос. Маус. Да, тут. Мне что-то осталось. Планы эвакуации детей в случае из спального корпуса. Так, ладно, я пойду отсюда. Идем дальше. Так, сейчас решили заглянуть в один из домиков. Да, даже не стоит туда залазить. Фигня полная. Так, сейчас идем к водонапорке. Скорее всего. Все заколочено, особо делать нечего. Так, продолжаем наш поход. Сейчас идем вот к тому домику. Посмотрим, что там. Ну, там вижу какие-то развалины. Там уже все тухло здесь. Так. Что, ни о чем, да? А, вот, кстати говоря, смотри. Типа актовый зал был. Актовый зал, да. Что-то он какой-то маленький актовый зал. Какие-то рисунки, драконы, индейцы. Да, это, видимо, актовый зал. Тут дисплей. Ну, может, что-то интересное, кстати, там. Блядь, что-то висит это в кино, да? Гвозди. Так, решил зайти в эту комнату. Посмотреть, что здесь. Здесь какие-то фоточки остались. Здесь еще как-то так средненько, я бы сказал. Ну, когда один домик среднее состояние становится дестроить, тут как-то уж не очень. Ну, там уже все, там фигня. Там пипец полный, да. Ну что, тогда надо как бы идти смотреть этот забавный узел, тут даже проще будет вылезти, потому что обходить меньше.